Новые подробности в деле о хищении средств из Приватбанка. Печерский райсуд столицы арестовал самолет, здание завода и телеканала. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщают украинские новины. Речь идет о Боинге 737, предприятии по производству соков в Днепре и здании телеканала 1+1 в Киеве. Кроме этого, прокурор просил арестовать несколько земельных участков в Одесской области и недвижимость в столице, Днепре и Одессе. Дело касается 19 миллиардов гривен. Это средства, выделенные Нацбанком на рефинансирование Приватбанка. Ранее, напомню, генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что к бывшим топ-менеджерам финучреждения и представителям НБУ осталось множество вопросов.